Партнер проекта ООО «Казанская Ривьера». Приходи в Казанский аквапарк «Ривьера» и получи шанс стать обладателем крутого смартфона. Херюля салам болдыр сере хаклы кураганы мырзем. Шитре кетне вағыт. Яланхиллек серембада ротация проектын шеретлі каларыми бе васкат пыр. Перін шамрыксем проектра мінлерек ішленіне, мүневреніне, вағыда узылыда кымылы мінлерек ертерніне курза келенет пір малалла. Паллах өзіне хавғалдырмады манымасты пыр. Вундвада матурда хастар шамра кашны голхы не валишен не ужать, пулдарлых не туп таза брать. Чипльдер шлегунчень нумаях юлмари, хумгану туиме кунрангон вайланза да вайланза брать. Кам везенчень шендерюжи ятне тивище. Чебрер не репелебер, унчень вахат пурха, пирен шамра ксем, канцердам менлере хадерленине, паенхи каларамра курза келенне пулдарадыр. Пурныш илемлях пурибе хитре, анчахта она ащут чандалок илеме канамар, шин илеме хитре ледеть. Илемли шин волхайн илердулегибе, таврарищен зенеде илем греть. Халых юрадовнищен зельне палла артист вара уйрамах. Мади зень вал яланах шину менче, пурде унба казакланаще, пурде унран теслехилеще. Шавын бада пулас юрыжын, санебеде, келецкебеде, чунебеде хитре булмалла. Шак вижа онлава перши градрза или мекужатте. Пирен шамрык семде шакна лайхтой заельджеш. Артист пуласте зесень, хайзен сан забатнеде пызык темлях уйрмалыне онланджеш. Территория красоты или салоне взене хабалаза кетсельче, но майшин не врентре. Всей семьей или с друзьями мы в Ривьере отдыхаем. Не нужна нам за границу. Прага, Турция и Ницца. Что захочешь, есть в Ривьере. Приезжай в Казань скорее. Здравствуйте, ребята! Можете встать в полукругом. Сегодня у нас будет проходить мастер-класс по макияжу, который можно будет предоставить как на сцену, как на любой праздник или на вечеринку. То есть, но будем акцент делать на сцену, то есть более яркий макияж. Меня зовут Екатерина. Я работаю в салоне «Территория красоты». Модель нашу зовут Мария. И сегодня мы на ней сделаем яркий теневой макияж. Так, с чего мы начнем? Сперва, конечно, начинаем мы с очистки лица, чтобы макияж лучше держался и ложился. То есть берем любой обычный тоник, либо мицеллярную воду. То есть мицеллярная вода всегда очищает и подходит к любому типу кожи. А теперь мы выбираем тональную основу. Так как у нас девушка смуглая, то есть мы берем по ее текстуре тоже тон темный, то есть под загар. Тоже наносим впитывающими движениями и по чуть-чуть также наносим на кожу. Ни в коем случае не такими движениями, только впитывающими. Таким способом тональная основа лучше впитывается в кожу, проникает и лучше ложится. Теперь мы наносим хайлайтер, как бы такие жидкие уже цветные, то есть палетка у нас такая. Тоже наносим, смотрим наверх, под глазки. Тем самым маскируем темные круги под глазами. Глазки закрой. И века, чтобы нанести уже потом тени. Чтобы они не скатывались, тоже хорошо ложились. Работаем кисточками всегда, не пальчиками. Теперь приступаем к самому макияжу, то есть к теням. У нас вечерний яркий макияж для сцены, то есть берем мы более такие коричневые цвета, более черно-коричневые, телесные, чтобы со сцены они очень хорошо смотрелись, более ярко и выразительно. Начинаем тоже опять же с более таких яркого цвета, по центру наносим и растушевываем по всему глазу, по всему веку. Берем черный цвет, наносим на кончик глаза и растушевываем к центру. Тем самым такой у нас макияж называется смоки. Он делает глаза более ярким и выразительным.
Сцена жіні дугас умень, кашны жінын хитре була скелеть. Халаха хоэнь сасыбега намар, сын забачы беде тыткан ла скелеть. Ахаль чухне хэрбегезем ага сырлан мазарда жүріме бұлдарашы. Шу чандалык пан илемебе үттізіне тыткан лашы. Анжақта сцена жінде юры жін кужы зімбе чунри туымзіне елзе шидерме білмелі кураган зімбатне. Шаван бада кушсене теттем ялгышса дараган тенебе узу курма білмелі. Прослушовываем до той степени, пока не будут размыты все границы. И наносим столько, сколько это будет необходимо для полной яркости. То есть можно наносить еще и еще, еще раз потом растушевывать, чтобы добиться желаемого результата. Теперь смотрим на век. Также нижнее веко тоже прокрашиваем. Уже слишком блестки там уже не нужны будут у нас. На век смотрим. Сейчас берем темный черный цвет и растягиваем. Большую щеточку удобно растушевывать, сводить на нет, чтобы не было, опять же, границ. Теперь берем тоже чистую кисточку и уже делаем светлые пятна, которые вблизи, получается, слизистой оболочки. Берем желательно белые, там более розовые можно оттеночки. Тем самым глаз визуально увеличивается, что со стороны это очень хорошо. Наверх смотри. Остатки мы кисточку убираем, которые опали у нас. Можно взять влажную салфеточку и эти блесточки тоже убрать. Для большего контраста также можно взять подводку, тоже и подвести верхнее веко. Закрой глазки. Ай, не моргай, достаточно. Следующий штрих у нас будет бровки. Тоже делаем поярче и пошире. Чуть-чуть. Прокрашиваем. Тенями для бровей. Учитываем то, что всегда сцены, камеры, они всегда съедают косметику. То есть надо вот три раза ярче краситься. Чтобы губки визуально увеличить, мы берем не одну, не один цвет помады. Можно еще поярче чуть-чуть. Даже вот красную. Чтобы смешать. Теперь мы фиксируем наш макияж. Глазки закрой. Наш макияж готов к сцене. «Белые камни» приглашает взрослых и детей провести зимние каникулы вместе. Большая горка, катание на коньках и лыжах, русская баня и сауна с бассейном, аниматоры в детской игровой комнате. Бронируйте даты по телефону 49 22 66, код города 8352. Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» Минспорта Чувашии. Хамаби пидео хавасла да хвоила рахту и артистика мабулат. Между дизайн мама Сергана Санизем пиде кирля пулеш. Артист полный вал пиде вызык эш. Сенежине туга сумен яла нах на кабр хован кабр пумала. Хавна тит мабы мея сенежинжи. Артист сенежине туга сумен хоин сын битне, хоин кабр лыхне, хатат мабы мели. Парашют ладатай эбе шак мастер пана сенюзем, мана пурнышра пити кирлі пулеш. Кумузем палах аван. Хайгунда бире салама варентриш, мале сцена жіне сарлан задух ма варентриш. Палахта куяба уне малдан пельмен, хальдин аландар завеш пазиш. Эб сарлама зарта пити китри, анжахта
Саглазан тогда етерек бұл. Сцена жіне тұқыны ұмен. Саламала. Мәнізе сонда шуды үйгейді. Халыға тұтқылама пілмелі. Мәнізе сон бірін бұрнеде хамырын хитрелихіне қадақмала. Петрішт мәліксене бұдарма тональный крем ұзғырмала. Анжақта тональный крема узу курма, кашны жіні суйлама білмелі. Туда елір үліхне палыртыма, юру жын шуды ялғышса дыраган, инші трен курынаган шуды тісімбе зырламала. Тісілі хрен ағы, керен, хүрлі тісімбе. Енжінде юру ж хой зырланма білмес пулзасын, вол пілеген жін зенжен, пілеген мастер зенжен санюк ана жетма бұлдарад. Ротация проектра хучынаган шамдықсем шав дерепеде илемлі илер гүллі. Пайги шаг мастер-классра курны санюзембе узу курзасын, вазим малашне де пиди хитре буласа жанадып. Всей семьей или с друзьями мы в Ривьере отдыхаем. Не нужна нам за границу. Прага, Турция и Ницца. Что захочешь, есть в Ривьере. Приезжай в Казань скорее. Илемля Юра еврошреха в голону греть, щунат хужать. Ингек сингек чередеринша казанда ойрал маспоронран. Хуйга зуйга унбах пузаратпар. Щелы на жемырда, савы на жемырда, паллах юрара. Илемля Юра итлени вагатра ибер, вал ашта тада минлемай башурал неберге шутлазах каймаспар. Унбах келенеть перегана. Анчахта Юра итлегенбе кураган батне ильзе шидеречень, юрышен унба нумай эшлеме девять. Самахизине хайламалла, кевелемель. Сазы чырдармалла. Проект рихастар зене шак вартынлық сене Алексей Шадриков үш саба матырышре. Хэйн ұшқынен жи шамрық сенбевіл, чипалла аранжировщик паденче Сергей Марков студенче шлере. Приходи в Казанский аквапарк «Ривьера» и получи шанс стать обладателем крутого смартфона. Вот куда берем студии. Вот. Куберин Сергей Марков. Нумай маншрут павал алла процент чуваш эстрады юрзин авторы аранжировщики палах чуваш эстрады бежишмар был вырос хащей жаинди артисимбешник Сергей Васют Кайметов всевосторонние движения вот Эвит Дан юрзин авторы аранжировщики водитель зимбура говорит руль алынде рульбур. А когда вот Сергей Марковын руль вырынде, шутлапта шаг вырым был водительский кабина. Аранжировка, теперь, говорите, ну, моя же, аранжировка, говорите, фонограмма бегала наша. Анжахта был аранжировка, был фонограмма мара. Аранжировка, Юрон кевине илеш, назираш, нотты жине, ищав Юру вали, кашный инструмент вали, чираще хайн партии. Бас, ударный, ритм, соло, зимвали, чираще кашный инструмент вали, хайн партии. Это шана вот про аранжировка. Пачтовал фонограмма Marvel аранжировка. Звукозаписывающий студии не интересно, хотя и вернее Малдан Дарах, Шердарах, причем Юра Сомахзине Шират Прда, Каран аранжировщик, звукорежиссер, Шират Визине аранжировка. Да, кашный инструмент, не тень, бан саспа, вол. Шар инструмент дизин, бан саспа лайхрах идентчер, шар инструмент Шират вол, калабр вол, шургун, пепперегун Шират на вот эти иконы хавитка. Айкин жегенеш, қайран изне лайық, шымыл беге қалдық, анжақта мұнда ғайзен еврлаген нұммай. Бұд бұл негу шутланат, ғырысыла қаласын тон студия, шақ комнаттара шират бұл сазы зем. Ген-женде аранжуықыра чәрі инструментсен бұр, шақ ғырында шердарашы. Куба зиында, бас гитара, күнда барабан вали ғырымне жүпкі. Хашпыр студизінде бұр барабан зен бәлі, ядарлы ұстанып көзен. Күнден де шақ бұрында ұларақ сас, шират бұр. Күнда жағында жүрлазасына қарасында берін сас сабаланмаз.
бала, шопон такать, щуй-пу-щуй-не. И дни камра, тембр такой, да. Небеса наша в кетнине. Богатый, да? Тембр, да. Урна чем шава. Ала керне некто зала. Альты, альтушки, да? Альты. Альты. Да, ну-ка, интересно, интересно. Чумарман бала. Чтоб он тагать щутку щульне. Итнеши камран. Эбеса наша в кетнине, бурно чем шовать, тала кер небе кто залать. Вогат хальпирин жентошман тузам, мескерто вас хаман. Эзе, чё ваш херанян ман, эпочинех паян. Эпьяна Хумханадов, Юра Ширма, Хальди Хумханадов. Ну, кому тунзе ман пиделая. Юра Шедарна Чухне, Яна Хаман Вали, Щенни Ужадов. Юра Лана Чухне, Чунри Камазуне, Каларма Таржадов. Первым делом сейчас включу фонограмму. Посмотри, у тебя в ушах она громко звучит или как? Ну, как тебе, чтобы удобно было? Комфортно. Даже ты сейчас включи ей, чтобы она и пела, и да. слышала, да. С самого начала. Ну, я сейчас пока... Не, не с самого, а примерно начал, да. Сейчас вступление пропустим, наверное, да, с тобой? Слушай, вступление, да, mm-hmm. Да, это у нас курирует. А, я вижу, 25 так же у нас. Мелодия своя получается. Тоже интересно. Она больше второй голос поет, наверное. Да. Может, ее на бэк взять? Да, как бэки пойдут. Помнишь это? Самбала ширенера и бетенджире читере. Да, интересно. Ну, видите, какая работа вокалиста, тоже сложно бывает. Да. И тут так просто не споешь с первого раза. Ну, Алексей, голос приятный, хороший. Темп, данные да, есть, да, ну, хороший темп, да, да, ну, конечно, работа надо по вокалу, но это имеется в виду именно интонировать. Многие вокалисты, да, ведь, угу. Когда, ну, когда голос пишут, они вот, большинство пьет уже вот чай, да, теплый чай. Ну, я жива, вот да? где-то прочитал, да. Что это, говорит, категорически нельзя. Ну, теплый, вот, теплую воду. Не а чай, надо да. Пить. Холодную вот. Ну, теплую температуру своего тела должно пить. Как горячий, бы расширяет, что ли? Да? Неправильно действует, да. Связки, да, горячий воздух. Итак, в студии атмосфера урхла. Урхла. Шамрак Семенчма. Хамай Идис Хейпкилип. Шенни Юро Хирдарма. Пылхандар. Базирин Ижмар. Ну, мажул аштеген юрсине, артисине, полгандара. Был шел звукорежиссер Чанбек Хулахович Азамжева. Был шин со себе тем, где тумал выполнил.
тембр миле улучшено выбирать. Говорите, сосредоточили ли айландер на выбирать. Где первый шаг проект три хочешь на газин, подхалим. Пор интересно совсем был. Тембр зин, говорите, пуян тембр зин пор. Сейчас чем легко савандарать. С семьей или с друзьями мы в Ривьере отдыхаем. Не нужна нам за границу. Прага, Турция и Ницца. Что захочешь, есть в Ривьере. Приезжай в Казань скорее. Шапларах ишле ще пирин проект Ришамраксем. Пурде взем хайзин бурнышне пызык сцена бачы гандарасшын. Эстрада шелдере буласшын. Камын эмече бурныша кереше. Кам везинчен шиндерюше якне тивеше. Хизеплю кураганзен. Тебер эрнере ротаци музыка проектчин педемледеве Павлы буле. Эппин пирин беверлех булар. Булас юрышчине хабыгаландарма анманар. Халлихе вара бурнеде анышы сунадып та сыв булашадып. Тебер каларым ратель булычен. Приходи в Казанский аквапарк «Ривьера» и получи шанс стать обладателем крутого смартфона.